Всем привет! В сегодняшнем видео поговорим о такой ткани, как габардин. Габардин можно смело назвать всесезонной тканью. Изделие, сшитое из него, долговечное и всегда выглядит актуально. Отличительной особенностью габардина является диагональный рубчик. Габардин из полиэстера чаще всего гладкокрашенный, и рубчик на нем просматривается только при детальном близком просмотре. Этот материал настолько универсален, что из него шьют не только одежду, но и шторы, занавески, скатерти, а также декоративные подушки и наволочки. За изделиями из габардина очень просто ухаживать. Он имеет малую влагопроницаемость, а также многие загрязнения очень быстро удаляются обычной щеткой. Посмотрите сами. И это не все его достоинства. Мало того, что в процессе носки он практически не мнется, так его еще и легко гладить. Главное, делайте это не очень разогретым утюгом. Полиэстеровый габардин рекомендую для начинающих швеек, с ним легко работать. Для того, чтобы готовое изделие выглядело целостно, при раскрое ткани следует следить за одинаковым направлением рубчика. Эксперты Института цвета Pantone разработали палитру модных цветов сезона осень-зима. Делайте скриншот наших оттенков. Ну а я по-прежнему выбираю свой любимый сиреневый цвет. Благодаря крепкому плетению габардин хорошо держит форму, устойчив к заломам, складкам, а также материал мягко и красиво драпируется. Синтетические ткани, скроенные по косой, великолепно струятся и подчеркивают фигуру. В наших магазинах просто невероятное количество оттенков габардина, от самых ярких и неоновых до приглушенных и пастельных. Приходите в гости! Спасибо, что досмотрели, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, а мы пошли снимать новый обзор.